Я помню, позапрошлом году Арцах покупал помидоры, огурцы в Армении. Да? Нет, у них есть там какие-то теплицы, но они все равно закупали помидоры, огурцы в Армении, а лук и картошку из Турции у них даже приносили. Когда Арцах покупает апельсины, да, из Турции, я понимаю, потому что апельсины в Армении не растут. Ну, ребята, когда у вас чернозем, и вы покупаете лук и картошку из Турции, говорите, так, турок наш враг. Турок наш враг, но мы покупаем лук и картошку у турка и кушаем с удовольствием. Тогда не покупай эту картошку. Если турок враг, какого черта вы 30 лет покупаете некоторые овощи, которые вы сами можете выращивать, у турка? Потому что когда ты покупаешь турецкий лук или турецкую картошку и турецкие вещи, ты спонсируешь Турцию, а во времена Кочаряна весь Степанакерт одевался в турецкую одежду. Если турок ваш враг, почему вы во времена Кочаряна одевались в турецкую одежду? Если турок ваш враг, почему ты во времена Сержа Саргсяна не сняла с себя турецкую майку и не швырнула, сказала, я царская патриотка, я турецкие вещи не одеваю. Если турок враг. И если турок враг, господа арцахцы, напомню, что ваш любимый Серж Саргсян приглашал Абдулю Гюля, президента Турции, на футбольный матч в Ереван. Господа арцахцы, вы сегодня называете Пашиняна предателем? А что же вы не называли Сержа Саргсяна предателем, когда он пригласил президента Турции играть в футбол в Ереване? Когда он улыбался, потому что Пашинян президенту Турции пока не улыбался и в Ереван не приглашал. Что же вы не вышли в центр Степанакерта и не сказали, Серж, как ты можешь улыбаться туркам? Это же наши враги. А, это ваш был, да, экс-президент Серж Саргсян? Вы такие честные, да, теперь стали турком, называете Пашиняна, у которого 7 месяцев берете денежки и с удовольствием проедаете. Не берите этих денег. Вышлите вот то, что вы за 7 месяцев получили, соберите эти деньги и суньте в глаза правительству Армении. Скажите, забирай обратно деньги. Мы гордые арцахцы. Мы будем кушать траву и листики с деревьев, но мы останемся гордыми. Ну давайте, покажите гордость свою. Гордость – это немножко другая история, ребята. Если вы действительно смелые, почему вы не вышли на митинг и не сказали, ребята, вы это золото добываете, это не полагается арцахцам? Или вы говорите, что вы можете выйти на митинг? Молодцы! А что же вы не вышли на митинг, когда Левон Гайрапетян умирал? Когда Левону Гайрапетяну нужна была ваша помощь, что же вы так дружно не вышли на митинг? Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.